Так, посмотрите, это лед, зеленый чай. Зеленый чай просто заморозили в морозилке. И этим льдом нужно протирать лицо. Ну, можно каждое утро, можно несколько раз в неделю. Завтрак аристократа? Завтрак королевишны. Какие еще есть самые великолепные славы на этой планете? Зали побегала с рук на дорожке. Посмотрите, просто вся мокра. Моя тренировка закончилась. Я хочу для вас записать тренировку, которая подходит для тех, кто занимается дома. Скажите, нужно это делать или нет? Я спрошу это в этом зале. В общем, ставьте плюсики. Кстати, хороший недорогой зал на свежем воздухе. Если будете на Пхукете, идите сюда. А если скажете, что от меня, может быть, вам еще дадут какой-нибудь бонус. Поэтому подписывайтесь. После тренировки я просто самый счастливый человек на планете Земля. Все, зал уже закрывается, мне пора идти. Так, а завтра мы пойдем в закрытый зал на групповое занятие. Посмотрим, что здесь. Боже мой, это просто самый идеальный протеиновый коктейль, который я хотела выпить после тренировки. Любовь всей жизни. Посмотрите, как это все красиво выглядит. А самое главное, полезно. И вкусно. Представляете, полезно и вкусно. Разве такое бывает? Конечно, бывает. Протеиновый коктейльчик мой. Так, вот такую маску делала в прямом эфире. К ней дают вот такие вот салфеточки. Вот цена. Это в батах. Чтобы перевести на рубли, умножайте это на 2. Примерно 140 рублей. Слушай, я вот думаю, как записать сториз, чтобы было видно новые часы. Ну, как-то так, без пафоса, без... Хочу прям рассказать про свой хороший день, но не знаю, как... С чего начать просто? Я очень хороший день, великолепный, посмотрите. Какой хороший день, какой хороший я. Как ты думаешь, 3 истории про новые часы хватит? Или еще никто не понял то, что мне подарили офигенные часы, которые стоят... Не знаю, сколько стоят, деньги не проблема. Кэш вообще... Кэш...